как не сболтнуть лишнее психологу? Первое, что приходит на ум, это выдумать персонажа и за него спрятаться. Второй вариант — это изменить детали своей ситуации. Однако все равно возникает проблема. Я сказал ему самое сокровенное, и теперь он может добраться до моей ахиллесовой пяты. Нужно как-то раскрываться, не раскрываясь. И один из выходов очень простой. Превратить психологическую проблему в непсихологическую проблему. Ну, например, была психологическая проблема, боюсь просить повышения заработной платы, мы теперь проводим мозговой штурм. Как такие люди, похожие на вас, могут бояться просить повышения заработной платы? Второй вариант – это превратить свою проблему в какое-либо произведение искусства. Например, пропеть ее, прорисовать, сделать какую-нибудь повесть. И вообще, мне кажется, писатели, они находятся в привилегированном положении, потому что свои психологические проблемы или какие-то свои расследования они публикуют, и при этом они зарабатывают. Ну, взять такого человека, как Лев Толстой. Мне так кажется, что он подобные психологические расследования проводил на Карениной и Кити, или на Ростовой Наташе и Хелен. Итак, мы можем превратить свою психологическую проблему в произведение искусства. Что думаете об этом?